Всем привет! Я сейчас стою, выезжаю с Абалони, и стою уже минут 15, вот мы сейчас только начали двигаться. Я решила записать тот факт, что вот я не обращала внимания, никогда не задумывалась. А ведь я настолько привыкла к своему району, и каждый из нас привык к своему району, что уже знает, вот, например, автомобилисты, они уже знают, когда у них, в какое время, где пробки, где лучше объехать и так далее. Вот. Мне сейчас, я, кстати, переезжаю через 5 дней, мне надо будет заново привыкать к другому району, к другим дорогам, понимать, когда пробки там. Я, кстати, еще не определилась со школой Доминики. Будет она учиться в селе или ее надо будет возить. Вот. Это кто-то просто у меня из девчонок спрашивал, что и как. Во влоге, в другом, в строительном, вот был у меня первый строительный влог, я их решила разделить, чтобы вы понимали, когда вот это такая болталка именно в автомобиле и вообще моя повседневная жизнь, и когда это строительный влог. Ну, чтобы, может, кому-то интересно что-то одно, а что-то другое не смотрит. Хотя мне было бы приятно, если бы смотрели все. От жары у меня он отпало. Держатель для телефона, потом держу рукой. У кого так? Кто привык уже к своему району так, что вот уже знает улицы, знает, когда пробки? Ну, я думаю, наверное, это у каждого, правда? Там у кого-то маршрутки, да, определенные, ну, они же тоже, наверное, по времени как-то идут. В общем, я имею в виду, что мы, люди, как это, сила привычки. Мы настолько привыкаем, что потом отвыкать тяжело. И чем мы старше становимся, тем сложнее. Когда ты молодой, то ради бога, типа, вообще. Я сейчас стою в пробке, на меня так люди смотрят, окружающие, ну, с кем я разговариваю, что я так телефон держу. Тоже прикольно наблюдать. Для меня-то это уже в порядке вещей, а окружающие такие, типа, что она делает? Вот. Оставайтесь со мной, я вам расскажу. Я сейчас еду на предпоказ фильма «Дэдпул 2». И кто не смотрел первую часть, посмотрите. Ну, если вы любите фильмы Марвела, я очень люблю такую фантастику с героями. Вот, поэтому я в предвкушении. И потом я уже вам расскажу, как мне. Дома вам покажу новиночки, сухие шампуни от L'Oréal. Что вам еще? Ну, начну собирать вещи, покажу вам. Я сейчас, кстати, в сторис показала, начала снимать видео для канала «Жизнь мамы, которая девушка», свою обувь. У меня ее много, но я решила показать, ну, часть, даже не всю. В Инстаграме там просто бум, в сторисе все пишут: «Аня, как столько обуви?» Кто-то пишет: «Ой, у меня то же самое там с сарафаном». Другая девочка пишет: «А у меня там юбки, я типа шопоголик по юбкам». Так прикольно все это читать. Это так, ну, вы знаете, как, ну, я вас узнаю вот через такие же вещи. То есть я больная, например, реально, я говорю, что это болезнь. На обувь, я очень люблю обувь, очень. Ну, мы все девочки шопоголики, но вот обувь я очень люблю. Мама это знает, она, в принципе, такая же, как и я, поэтому мы часто меняемся, Ника с меня обувь снимает, в общем, такой, знаете, это все так классно, вот, и дома я вам покажу уже количество обуви, которую я засняла на канал «Жизнь мамы, которая девушка», но не все, я кусочек засняла, кусочек уехала, потому что по времени в кино опаздывала, вот. Я, кстати, благодарна вам, что вы оценили в браслетике, что вам понравилась эта информация. Мне приятно, что я не зря снимала. Вот, мы с Никой потратили 1,5 часа, она держала, ну, как бы, телефон. Я говорю: «Нет, на вот так, вот с такого ракурса», то есть фотки делали для Инстаграма. Поэтому приятно, когда вы это цените. Продолжаю свой влог. От жары у меня вот этот вот держатель отпадает. Я сейчас его прикрепила, жду, пока он прилипнет, чтобы можно было повесить телефон сюда и с вами дальше болтать. Сейчас попробую. Ну, как-то вот так это и произошло. Отпал опять. Ну и что теперь делать? Он просто тяжелый еще. Да. Ну и ладно, подержу в руках телефон, что поделать. Вчера смотрела фильм «Дэдпул 2». Мне очень понравилось. Он, конечно, ну, в общем, не для всех, кто не любит вообще фильмы Марвела, то, наверное, не понравится. Там, кстати, меня удивил перевод наш. Наши переводили, и так прикольно переводили. Я прям, ну, смеялась от этих шуток. Там включили Одессу.
вместо другого города. Ну, то есть я имею в виду, что если вы пойдете, вы поймете, о чем я говорю. Очень прикольный перевод. И вообще, мне юмор понравился. Он, конечно, там, ну, много где плоский, но были очень прикольные шуточки. Любовь была, вообще, семья была. Ну, в общем, ценности были, но просто с матами, я же говорю, с плоским юмором. Все равно советую пойти посмотреть, особенно для тех, кто любит фильмы про супергероев. А там их много, и даже был там наш Кличко, вот, что тоже порадовало. Сейчас суббота, и я договорилась с Машей встретиться в кафе поболтать. Мы договорились встретиться в Аргентине Гриль, и знаете, что произошло? Маша ждет меня на Тимошенко, а я ее жду на Ахматовой. Девочки такие девочки, мы посмеялись и договорились уже, просто мне в салон на 12, как бы перенести запись не получится, поэтому договорились встретиться сейчас в Вильямсе, это на Голосеева, на Ломоносова. Ну, в общем, хотя бы чуть-чуть поболтать. Так, вот такое вот происходит иногда, когда, знаете, не договорились до конца. В общем, насмеялись, и сейчас я Машу жду. Заведение открывается в 11, а сейчас без 5. Ну, Маши еще нету. Вот. Хочу сделать коррекцию и сделать точно такого же цвета, как и на ногах. Я же улетаю. А, я вам не говорила. Да, я улетаю. И я в Инстаграм не говорила, куда. Я просто сказала, что я улетаю, как думаете, куда. И было очень много вариантов. И это прикольно, потому что во все варианты, которые писали, мне захотелось. Улетаю я в Грузию. По какому вопросу? Я лечу не отдыхать. Лечу я одна. Вот. Я лечу по делу. И чуть-чуть попозже, потому что мне сейчас Маша пишет, я вам расскажу, по какому делу. Маша ответила, она просто в пробочке написала мне. Итак, почему же я лечу в Грузию? У меня там есть друг. Если вы меня смотрите, ну, по крайней мере, об этом я говорила в Инстаграме, у меня есть друг, он с детства. Мы дружили, рядом учились, наши мамы знакомы. Его зовут Рома, сам он грузин, и год назад, он, кстати, духовными практиками занимается уже 5 лет, вот, и год назад он улетел в Грузию, вот, он, ну, как бы, можно сказать, на родину. Он занимается флай-йогой в Запорожье, он сам Запорожье, ну, я имею в виду, семья у него тоже, как бы, жена с Запорожья, и у него двое деток, двое сыновей, вот, и в Запорожье у него студия была, но он хотел развивать это все, и вот уехал в Грузию, то есть на родину, и делает это теперь там. И мне предложил, говорит, Ань, ну, давай ретрит именно в Грузии. Это он мне предложил год назад, и я говорю, да, ну нет, я только после Шри-Ланки вернулась, и, знаете, как-то так подумала о том, что, ну, я не знаю, ну, как, в общем, как это все организовать. Прошел год, и я думаю, ну, стоп, ну как? Надо, потому что очень много людей, ну, меня окружает. Просто я об этом не говорю, просто не все к этому готовы, я вижу по подписчикам, но очень многие идут по этому пути, и все больше и больше, и даже среди моих подписчиков. И я подумала о том, что почему бы и нет. И лечу я в Грузию для того, чтобы организовать ретрит. Я буду больше как организатор. Ну, я буду присутствовать, конечно же, даже кое-что буду, ну, по запросу, можно сказать, делать, если захотите. Но я хочу собрать людей, которые действительно несут очень много в себе, как космос. Один из них, вот я уже поговорила, это... Я не буду вам раскрывать все тайны, я полечу, я все узнаю, узнаю по поводу жилья, по поводу мест, мест силы, узнаю по поводу трансфера, ну, в общем, полностью все, потому что надо написать программу и все-все-все это как бы организовать. Я настолько вдохновлена, я понимаю, что будет это очень-очень круто, и хочу собрать классных мастеров,
для того, чтобы сделать ретрит. Поэтому, кому интересно, я хочу это сделать или в конце августа, или в сентябре, потому что в Грузии в сентябре вообще очень классно. Кто не знает, я в Грузии, можно сказать, почти родилась. У меня мама там родилась и жила до 35 лет, потому что, ну, как бы, родители военные, не грузины, хотя мне очень нравится этот народ. Поэтому вот, как бы, можно сказать, еду на вторую родину. Я очень люблю Грузию, очень люблю Тбилиси. Поезжу вокруг Тбилиси, найду водопады. В общем, такие классные места для того, чтобы сделать очень классную программу. Все это я узнаю, потому что я лечу на 7 дней. Я думаю, 7 дней мне хватит для того, чтобы все узнать. Я беру с собой кроссовки. Там, правда, сейчас очень-очень жарко, но я имею в виду, что такую обувь, чтобы мне не надавливало. И буду вот все это узнавать, бегать, чтобы это было по деньгам, для людей комфортно, но и при этом было очень полезно, интересно, чтобы люди находили себя так, как я нашла себя на Шри-Ланке. Я Ясне очень благодарна, потому что, по сути, это благодаря ей, вот, ну, в плане меду, я поехала, и вот она много чего рассказывала, и этот ретрит, который был на Шри-Ланке, он меня прям... Ну, можно сказать, новая я, да? Поэтому, может быть, благодаря ретриту в Грузию кто-то точно так же обретет себя. Мне бы этого очень-очень хотелось. Ну, мне очень хочется помогать людям. Поэтому вот так вот я сейчас лечу, чтобы делать вот такие вот ретриты. Пока в Грузию, а там посмотрим, может быть, по Украине тоже, потому что у нас в Украине очень много классных мест. Если вам откликается, если вас это заинтересовало, вы бы хотели попасть на такой ретрит, конечно, я в дальнейшем сделаю, я напишу полностью программу, что как будет, ну, полностью все, сейчас я только все узнаю, то напишите мне в комментарии, чтобы я вообще понимала, насколько среди моих подписчиков есть заинтересованные люди, стоит ли снимать такие влоги, или это, ну, как бы, делать просто там через Инстаграм, ну, то есть рассказывать, да, чем я занимаюсь, вот, и там через Фейсбук, потому что рекламу, когда я напишу программу, то есть я начну давать рекламу, чтобы люди узнавали об этом через Facebook и Instagram. Поэтому, если вам интересно, то напишите, чтобы я, ну, может быть, как бы для YouTube тоже все рассказывала. Потому что, ну, многим, может быть, это неинтересно. Но это часть моей жизни. Если вы смотрите меня, то я думаю, что, ну, как бы, по идее, вам и это должно быть интересно. После Шри-Ланки я вам все рассказывала, и на Шри-Ланке я вам все снимала. Но было как много понимания, так было и непонимание. Поэтому я слегка закрылась и не показывала, не рассказывала, там, куда я хожу, с кем общаюсь. Да? То есть духовность я чуть-чуть закрыла. Вот так вот лучше по свету. С Ютуба забрала. А теперь вот думаю, почему я должна забирать то, что мне интересно? Ведь это как бы часть моей жизни. Если кому-то это не нравится, ну пусть тогда меня не смотрят. Я не гонюсь за подписчиками, я как бы просто рассказываю, показываю свою жизнь. Поэтому, не знаю, как-то вот, знаете, так вроде хочется, чтобы вам было интересно, но при этом подстраиваться под всех я тоже не могу. Мне хочется делать то, что мне нравится. Ну, в общем, пишите мне в комментариях, потому что делюсь с вами. Неправильное слово, нельзя говорить делюсь. Рассказываю. Рассказываю вам, и надеюсь, что вы это оцените. У меня на ногах точно такой же. Вот. И я решила, что хочется мне одинакового и вот такого, чего-то очень-очень спокойного. Наоборот, летом обычно у меня было что-то яркое, такое сочное, там, ближе к красному. А сейчас так хочется спокойствия какого-то, не могу понять. Но, в общем, мне этот цвет откликнулся. Вот так вот. Я подготавливаюсь к поездке еще, ко всему прочему. И я заметила, что все, что касается духовных практик, мне хочется что-то очень такого нейтрального. Открыла коробочка от L'Oréal. Все, смотрю, все на месте, кроме сладости. Тут был макарончик, и Ника его слопала. Итак, тут много чего интересного. Самый главный — это у нас, конечно же, шампунь. С разными такой ароматами. Спа, красивый оттенок такой, Тиффани. Смотрите, что тут есть помимо шампуней. Для незапланированной вечеринки. Серьги. Также внезапной романтической встречи. Здесь, как думаете, не томите вас вопросами, сразу вам скажу, здесь чулки.
Также красная помада для любой экстренной ситуации. Восстановление идеального маникюра, пилочка. И та-да! Для 7-минутного поднятия настроения. Это же, конечно, сухой шампунь. Это, конечно же, палочка-выручалочка, особенно в летнее время, когда волосы быстро жирнеют, и надо приводить их в порядок, можно сказать, быстро, 7-минутно. Вот, сухой шампунь будет в помощь. Я буду пробовать, вам позже расскажу. Мы сейчас с Никой едем от врача. Были у стоматолога. Ники верхнюю челюсть починили. Ого, как прозвучало. Вот. У нее после она обезболивающее, говорит, смешно. Ничего не смешно. Ничего не смешно, вообще ни копейки, вообще не смешно. Да. Вот. И... А я, это понедельник, такой, знаете, понедельник, день тяжелый. У меня обычно все всегда нормально, но это правда. Перед переездом очень много дел. И сегодня с утра была съемка. Так, давайте я пристегнусь, а то мы поехали и не пристегнулись сейчас. Сегодня была на съемке, снимали кухонную машину Kenwood Titanium, очень крутая, я себе захотела, очень классную. И кухня. Снимали в студии Kenwood и на их кухне. Это, конечно, мега круто и самое интересное. Я когда зашла, я увидела ту кухню, которую себе хочу, такого же цвета. Я ее засняла и сейчас покажу вам. Кухня, которую я очень себе хочу. Вот, приблизительно, чтобы она была такая же, с такими ящиками и такого же цвета. И представляете, сегодня приехала на съемку в Kenwood студии. И здесь эта кухня. Смотрите, все так функционально. Вот, я... Наверное, это буду показывать людям, которые будут делать мне кухню. У меня, конечно, не такая будет длинная, потому что у меня островок 2 метра. Но я надеюсь, что я туда все ставлю. Вот это два ящика для кастрюль можно использовать удобно под раковиной. Вот, как обычно. Здесь мусорный. Удобно, кстати. Размещать для лазаньи, для бешамеля, мускатный орех. Вот надо все это запомнить, поэтому я записываю. Температура поднимается до 100. И в течение 10 минут заваривается 2 литра бешамеля. Класс! Точно так же не следует баланье, если будем говорить. Я хочу себе так... Главное готовить. Было бы время готовить. Классная кухонька, да? Вот я специально засняла, чтобы потом показать людям, которые будут на заказ делать кухню мне. Мне прям, ну... Все функционально, все очень понравилось. И опять же, очень такой комбайн, но говорят, что неправильно говорить комбайн, потому что на самом деле это машина. Комбайн, он выполняет мало функций, а Kenwood выполняет много функций. На самом деле, правда, он очень классный, он такой стальной, такой металлический, такой добротный, все такое из металла. Я очень захотела себе эту машину. Вот. Титаниум, надо запомнить. Когда будет обзор, где, я оставлю ссылочку, но влог, наверное, выйдет, а еще будет не смонтировано, поэтому где-то в Инстаграме, подписывайтесь на меня в Инстаграм, где-то в Инстаграме я сделаю пост и оставлю ссылочку. Сейчас мы с Никой едем в дом, и приезжаем мы буквально через полтора дня, можно так сказать. Электрики сегодня первый день, я везу им план электрики, опять же, в формате А3, ну, большой листочек, чтобы им было удобно, пометочки мои, ну, увидеть, потому что у меня уже расстановка мебели, все есть, и они под эту расстановку, вот я уже говорила в предыдущем влоге, мне Люда сделала план электрики,
Я надеюсь, что он как бы оправдает мои ожидания, потому что она сделала все, как я сказала, но я там, может быть, каких-то деталей не знаю. Кстати, она мне подсказала еще по свету, потому что когда она делала электрику, у меня план электрики, она меня спрашивала, где какой свет я хочу и так далее. Поэтому у меня люстр особо не будет, там будет только в пару мест, у меня свет будет в... О, боже мой, точечный, вот. Я просто на самом деле вчера лежала таким пластом, мне так было плохо, но я связываю с погодой. Это была жара, теперь видите, я вообще вот чуть ли не в свитере, ну в свитере, и в кардигане теплом. У нас 14 градусов, ну холодно. Вот, завтра мы собираем вещи, и в среду мы переезжаем. Все вещи я не забираю, я беру только самое необходимое, потому что мы, я уже говорила, с бывшим уже меняемся местами. Когда я перееду в большой дом, тогда я уже буду забирать все вещи. А сейчас я думаю, что нет смысла, пусть они там лежат, они ему там не мешают, он сказал. Поэтому решили пока там. Все, я не переключайтесь, оставайтесь со мной. Сейчас я приеду, покажу, что там они уже сделали. Потому что сейчас уже почти вечер, да, 6 вечера, а они с утра там. Чем они там занимаются, если честно, я не знаю. Поэтому я и хочу быстрее переехать, чтобы контролировать весь процесс и его снимать. Так само проходный. И бра на 2,60, а выключатели на 2 метра. Тут выключатели, там через 60 сантиметров бра. Смотрите, это был учет того, что здесь будет двухъярусная кровать детская, но она есть сейчас, то есть я имею в виду, она будет, но в дальнейшем я все равно буду переделывать, поэтому мне вот здесь как раз бра и не надо. Хорошо, что вы еще не приехала на СТО на диагностику, что-то мне сзади стучит. Справа, сзади. Может, колодки? Иду сейчас с Дарницкого рынка. Это самый прикольный рынок вообще, который я видела. Мне он очень нравится. Но теперь у меня будет другой рынок. Буквально завтра, потому что мы завтра приезжаем, как я уже говорила. А сейчас я купила хлеба и зрелищ. Купила кофе Лебо. Я вам сейчас его покажу. Я думаю, что будет интересно для тех, кто любит кофе. Я купила для мамы. Я уже от кофе отказалась, но изредка пью. Почему? Потому что низкое давление. Я купила аж 3 пачки. Вот, потому что это Россия, и у нас его очень мало. Вот, выглядит вот так. Есть арабика, и есть, по-моему, еще какое-то. Ну, в общем, Лебо. Оно очень прикольное. Чем оно прикольное? Оно мелкого помола. И если, например, вы сейчас начнут мне писать: «Аня, как можно?» У меня мама смотрит чашку, то есть она гадает. Изредка она может это делать, ну, как бы там заглянуть в чашку. И классно, когда кофе мелкий, ну, то есть вообще такой мелкий помол. Вот мама так говорит, что ей это кофе нравится и по вкусу, и вот, и, ну, как бы то, что оно очень мелкое. Потом, если вдруг вам надо такое кофе, то это Лебо. Вот. Ну, я же говорю, его найти крайне сложно и только на рынках. Я вот заехала за сахаром и хлебом и заодно купила маме кофе. Все, я сейчас иду собирать вещи, мне еще ехать в эпицентр за, в общем, смотреть там по размеру многие вещи. Вот, сместители, какой лучше, я не знаю. В общем, вопросов очень много. Сейчас еще в интернете покопаюсь, почитаю информацию. Прежде чем что-то устанавливать, я всегда ищу в интернете. Ну, это, наверное, сейчас делают все. Оставайтесь со мной, далее будет.